Всем привет! Релиз Windows 11 совсем меня сбил с толку, но вот не так давно вышло новое обновление Windows 10, версия 21H2, ноября 2021 года. Оно не содержит в себе каких-либо крупных изменений или же изменений функционала. Оно направлено на улучшение стабильности, производительности, исправление ошибок и других различных функций. Ссылочку на этот список я оставлю в описании. Ничего интересного для любителей изменений интерфейса, либо же каких-то новых функций там нет. То есть оно не широкомасштабное, в отличие от майского. Цель этого ролика, скорее всего, не рассказать вам о нововведениях в этом обновлении, а скорее рассказать вам и показать, как откатиться обратно. Ведь это обновление принесло многим пользователям немало проблем и багов. Это уже является подтвержденным фактом на основе множества комментариев пользователей. Так что крайне рекомендую, если уж вам не терпится установить это новое обновление, то, во-первых, скопируйте все необходимые файлы на другое устройство, которое у вас есть в компьютере. Ну а затем просто протестируйте его после обновления. Если все в порядке, можете оставлять. Так скажем, такая банальная видеоинструкция, как откатить операционную систему после обновления. Итак, если же вы столкнулись с проблемами после установки этого обновления, то можно сделать следующее. Заходим в журнал обновлений через центр обновления и нажимаем «Удалить обновление». Далее у нас выскочит список, и нас с вами будет интересовать некоторые из них. Также мы можем посмотреть по датам. Здесь прекрасно видно, когда и что было установлено. И именно здесь нас может интересовать лишь одна версия. Это Future Update to Windows 10 20H2 via Enable Package. Его нам нужно будет удалить. Если же вы еще накатили поверх него какие-то исправления, также можно их удалить. В общем, вот такая вот короткая видеоинструкция о том, как избавиться от проблем после обновления нового ноябрьского 2021 года от Microsoft. Если же вы не хотите каких-либо проблем вообще от этих обновлений, то не спешите их устанавливать просто-напросто, пока они не прилетят автоматически.